Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом видео открываем подарочек, который прислал один из моих друзей, КАЗ-126. Огромное тебе спасибо за то, что ты прислал данный подарок, мне безумно приятно, и что бы там ни лежало внутри, мне уже тепло на душе от самого факта твоего внимания в отношении меня. Ну что, открываем подарок, смотрим, что прислали, в любом случае там что-то классное и приятное. Крутяк, 10 купонов и 2 черных ящика. Плюс есть осколки Фортиума, благодаря которым я продолжаю проходить наш второй сезон Плеяда. И надеюсь на то, что все-таки у меня получится в данном втором сезоне хотя бы полностью закрыть восьмерку. Может, до девятки не дотяну, безусловно, но, глядишь, на восьмерку все-таки хватит. Надеюсь, что будут еще ивенты и другие игровые события, в которых можно будет эти осколки получать. Ну что, заходим в хранилище. Сейчас откроем те черные ящики, которые мы получили. Посмотрим, что выпадет оттуда. Я рассчитываю хотя бы на 300 голды, а глядишь и больше получится. Ну, как правило, просто падает сотка, 200. Ничего себе! 200 и плюс еще черный ящик третьего уровня. Давайте еще один открываем. И потом откроем черный ящичек третьего левела. Итак, 200 и еще 200. Того 400. Ну и благодаря тому, что выпал черный ящик третьего левела, глядишь, сейчас еще голдишки поднимем. Ну и, соответственно, будет существенная прибавка в золотую копилочку. Итак, что нам выпадает? Еще 400. Итого в данном подарочке мне прислали целых 800 голды. Это действительно круто. Ну а теперь, что касается купонов. У меня купонов всего там 10 или 11, и понятное дело, что на прокрут коро мне не хватит, потому что здесь надо 60 купонов, здесь остается буквально там час с копейками, и навряд ли я успею где-то купончики еще раз добыть. Покупать машины из магазина нет вообще никакого смысла, потому что эти тачки у меня есть, и получится ну прям совсем дорого, поэтому я думаю, что можем с вами крутануть рулетку на уничтожителя. Мало ли, может сейчас уничтожитель выпадет, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Итак, ребят, делаем прокрут за 3 купона и... Ну, пожалуйста, только не серебро и не аватар. Ребят, разработчики, пожалуйста, не издевайтесь. Черный ящик, слушайте, нормально, открываем. Так, открываем, я имею в виду в этом видео, сейчас делаем еще один прокрут за 5 купонов. И что у нас? Ну, давай машинку, давай. Ну, нет. X10 в количестве 3 штук. Ну, не настолько интересно, как контейнеры. Все-таки черные ящики поинтереснее будут, потому что X10 мне не сильно надо. Ну, а вот контейнеры, открывая, можно голдишку получить. Итак, ребят, получается, что пока 800 голды прилетело в виде подарка. Ну, и сейчас мы пополним еще, потому что данный черный ящик получили за купоны из подарочка. Итак, ребят, еще 400. 1200 голды в подарке. Это действительно очень круто. И сразу хотелось бы ответить тем ребятам, которые писали замечания в комментариях по поводу того, что какой смысл снимать 4-минутное или 5-минутное видео на один прокрут рулетки. Ребят, это видео не про прокрут рулетки. Это видео про открытие подарка, который прислал мне человек от чистого сердца. И я обещал, что все подарки, которые будут ко мне прилетать, будут освещаться на канале в отдельных видео. Я свое слово держу, так что всем, кто присылает подарочки, огромное спасибо. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.